Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И перед тем, как начать смотреть это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы начинаем. Две мамбы и один ведущий. А все почему? Потому что сейчас мы будем стрелять с вами с обычного арбалета сил натяжения 120 фунтов и с усиленной мамбы сил натяжения 200 фунтов. Чтобы было проще ориентироваться, на усиленном арбалете стоит, на усиленном арбалете есть приклад, чтобы вам было проще ориентироваться. На обычной мамбе приклада нет. Мамба 120 фунтов, пеноблок 10 сантиметров. По пятерке решили не стрелять, потому что, кто не смотрел, посмотрите, у нас на канале уже есть видео. Собственно, пеноблок 5 сантиметров пробивает все арбалеты, поэтому начинаем с 10 в этот раз. Еще раз, мамба обычная 120 фунтов. Чпонь, воткнулась. Так, теперь мамба обычная, только с усиленными плечами. Чпонь. Пойдемте посмотрим. Что мы имеем? Вот это у нас получается с усиленного, вот это с обычного. В принципе, тут разница, к сожалению, опять никто не пробил, но разница все равно есть, и с усиленного арбалета мы где-то на пол сантиметра глубже у нас стрела попала, чем с обычного. Потому что с обычного вот ровно прям по наконечнику. Вот я вам даже скручу, чтобы вы поняли, вот прям ровненько у нас по наконечнику. А даже плюс сантиметр получается. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам видео понравилось. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч!